сидел я дома, наевшийся в кафе, как енот. И говорит мне моя женщина: ступай, говорит, старик, к Синему морю, закинь невод и налови-ка рыбки, чтобы завтра ее покушать. И вот я пришел на пляж, где я вот первый раз ловил, и обалдеваю просто. Здесь, ребята, вот такие вот волны. И плиты даже все скрыты под водой. Походу, прилив какой-то был. Да, вот искупающийся, отдыхающийся. И как тут ловить, я понятия не знаю. Да, что-то, слушайте, море поднялось. И к тому же поплавок у меня сломался. Но это не беда. Сейчас я снимаю поплавок, покажу вам, как он сломался, но я его, скорее всего, починю. Сделаю донную снасть. Давайте сегодня попробуем ловить на донную снасть. Вот, ребята, мой поплавок, на который я ловил. Здесь я его купил. Вот видите, что с ним случилось. Вот это колечко отвалилось. Поплавок, соответственно, спадает, потому что вот так вот закрепляется леска. Эта штука выпадает. И получается у нас поплавок. Сейчас я вам покажу. Да е-мое. Во! Вот так выпадает, и вся эта конструкция, естественно, не работает. Но сейчас на поплавок и не половишь, поскольку сильная волна. Сейчас будем делать донную снасть. Все, ребята, буквально за 2 минуты я сделал монтаж. Вот такой вот бананчик и вот такой вот коннектор съемный. Ссылочки будут на них в описании с AliExpress. Очень дешевый, но классный вариант. Ну и поводочек у меня тут, ну сколько, сантиметров. Наверное, 35 под 40. Вот такой снастью будем ловить. Если сейчас будет перехлестываться за леску, значит, сюда добавим, ну, от водой, так сказать, поводок еще добавим с флюорокарбона 0,3. Ну, пока попробуем так. Надеюсь, это будет работать. Но у меня уже на море почти такая снастка работала. Ловить будем на хлеб. Один мужичок, местный рыбак, выдал мне тайну классного теста. Это сделано из хлеба. Сейчас я попробую, как это у меня получилось в моем исполнении. На его как бы хлеб ловилось классно. Сейчас посмотрю, как будет ловиться на море. Зацеп. Здесь очень сложно, но сейчас попробую, туда пройду, отцеплю. Ну, может и не отцеплю, может и оторву. Смотрите, ребята, изобрел вот такую вот приблуду. Ну, все, то же самое, только вот грузик такой, ложка нашел на берегу. С отводом сделал. И вот сейчас сделал заброс, все нормально, она всплывает. Ну, я думаю, лучше будет так. Ну и тесто, даже тесто, видите, вытащил, осталось. Это хорошо. Сейчас буду пробовать.
Дело в том, что класть удочку вот сюда бы я мог ее поставить, да, здесь поле такие, ну, потом покажу. Но здесь народ ходит, а удочка у меня короткая, ну, сколько она, метров? А удочка у меня 1.2 метра, это мало. Если бы она была 5-метровая, то не было бы проблем, народ под леской проходил. А так придется, наверное, стоять там. Крючка нету, по-моему. Да, ловить в таких условиях. Да, крючка нету. Оборвался поводок. Видать, когда я вытаскивал, наверное, зацепился. Хотя у меня леска 0,145 флюорокарбонова. Достаточно мощная леска для поводка. Но здесь это нормально. Но видите, ее нету. Не знаю, ребят, ну сейчас пару забросов еще сделаю. Крючок я, конечно, привяжу. Но что-то мне кажется, надо кидать ближе, а ближе камни. Но поплавок сейчас все равно нереально ловить на таком, при такой волне. И видите, слишком сильный прилив. Ну, не знаю, не знаю. Но поплавок не получишь, а донная снасть будет цепляться. Надо ближе кидать. Рыба где камни. Я же здесь плавал с маской, с трубкой. Можете посмотреть в предыдущих моих видео. Ладно, что, сейчас привязываю новый поводок с крючком и буду пробовать еще. Переделал я снасть снова на поплавочную, но только немного по-другому, с этим сломанным поплавком. Попробовал забросить, но это, ребят, бесполезно. Волна слишком большая, и поплавок сразу же несет волной к берегу. Я думаю, что стоит подождать день-другой, и будет нормальная погода, море успокоится, и я смогу спокойно половить и вам снять нормальную рыбалку, на которой, надеюсь, поймаю рыбу. Ну а сегодня вот так. Всем спасибо за просмотр. Если понравилось, ставим лайки, пишите комментарии, давайте советы. Я с удовольствием вас послушаю. И, может быть, что-то дельное вы мне посоветуете. Все, всем пока!